А, пацаны, здорово. Пацаны, ну, к тёлочкам, может, тоже это имеет отношение, но, наверное, все-таки к пацанам. Смотрите, вот прямо сейчас решил вот прямо не тупить без говна, как бы вот увидел момент, пошла мысль и ее выразить. Я считаю, она важная. Смотрите, какая тема. Я сейчас проезжал, проходила одна полу что-то андалусочка, полукаталоночка, смугленькая, красивенькая, все как мне нравится, да. Я подумал, клевая тёлочка. И тут же я вспомнил за прошедшие, ну, как минимум, ну, допустим, за прошедший год, да, сколько было не особо клевых тёлочек, не то, что, блядь, вот ложится по сердцу, да. То есть, когда ты делаешь это, ну, как бы, хрен его знает, на всякий случай, да, типа, ради знакомства, да, а вдруг резиденция получится, а вдруг еще, ну, короче, делаешь не то, что прям реально по сердцу ложится, как маслом, да, как маслом, а, ну, на всякий случай, как полезное знакомство, ну, и непонятная хуйня, и, короче, и даже, как бы, даже какие-то, казалось бы, приятные моменты, как секс, в итоге получаются, как работа, вот. И в этот момент я подумал, что, блин, валенок, Макс, вот ты как бы ушел из того места, где тебе не нравится, ты перестал работать на работе, в которой ты разбираешься, но которая тебе не нравится, да? И там у меня больше года назад была возможность получить документы в Португалии, но нужно было возвращаться в то же говно, то есть опять на ту же работу, которую ты не любишь. Ты, да, ты профик, но ты не любишь ее. Вот, и... То есть я решил, что это того не стоит. Жизнь одна, как бы, и не стоит там делать то, что тебе не в радость. Пердона, uno momento. А, vale, es mucho, mucho. It's okay? А, пацаны, извините, мне сказали заглушить движок. Короче, вот, и смотрите, какая тема. Вот, и вот, глядя на эту девчулю, да, которая, как бы, меня заинтересовала, я подумал, что... Да ну её нахер, да, то есть я, как бы, я вроде бы в одном аспекте, да, обретаю некую свободу, но я продолжаю по привычной схеме делать какие-то вещи, которые мне не нужны, которые мне не нравятся, которые мне не в кайф просто, потому что это надо, это рентабельно, это выгодно, это удобно, ну, короче, на такое всякое говно. Вот. И я подумал, что, ну, нахрен, как бы, да, в достаточно зрелом возрасте некоторые индивидуальные секс без человека проходит гораздо приятнее, чем с некоторыми людьми, да, не будем кривить душой, да, это реально, с некоторыми прямо думаешь, зачем я потратил столько времени и сил, вот. Но это сейчас тема-то не о сексе, тема о свободе и о том, что мы иногда делаем вещи, которые нам не радостны, которые нам не в кайф, которые нам не хочется, но мы это делаем зачем-то. И у меня вот возникает вопрос, нахрена, что мы такие тупые, что ли? Вот, короче, я вот подумал сегодня там вот какой-то очередной аспект вот моих отношений там с некоторыми людьми сделать более свободным, более комфортным. Вот, не делать там, не встречаться с теми, кто мне не интересен, кто мне неприятен, с кем мне, ну, не как-то, ну, не особо. Вот. Короче, будьте свободны, мир, у нас февраль, лютая зима, скоро буду на связи, Леха говорит, пацаны жалуются на меня, что мало видосов гружу, Леха тут у меня в гостях, ну неважно, кто знает, кто не знает, вот, в гостях или не в гостях, наверное, в гостях, это же мой дом уже, вот, скоро, бля, будет время, ну, смонтировать, тут Лехе надо помочь, у меня тут дела есть. Короче, до связи.